Всем привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал. В гостях у Павловны. Второй день. Вышла я на прогулку. Хватит сидеть. То отговорки были, что слякоть, неохота по слякоти, по сырости, по серости. Сейчас уже все, у нас зима уже. Сегодня уже так конкретная зима. Снег уже точно не растает. Вот иду я по направлению к школе. Здесь более-менее светло. Вчера около часа гуляла. И сегодня. Компаньонов мне нет никого. Подружку один раз позвала. Она: ой, не хочу. Ну, не хочешь, не хочешь. Пойду одна, потому что гулять надо. Что сидеть дома? Конечно, комфортно, в тепле сидеть. Здесь у школы светофор сделали. Здесь новые тренажеры, детская такая площадка спортивная. Вот школа. В этой школе ребятишки, мои дети учились. Внук уже учился в другой школе. Хочу рассказать немножко. Меня спрашивают, что, Павловна, у вас с квартирой. Ну, пока все, открытый вопрос. А в чем загвоздка? Органы опеки не подписали приказ, то разрешение отца им, внука, надо. Сейчас разрешение пришло из другого города. Долгонько его ждали. Сейчас идти в органы опеки, заболела дочь. Я что-то уже подозреваю, что и Новый год мы, наверное, будем встречать в этой квартире. Цены, конечно, растут. Я уже даже как бы особо варианты не подыскиваю, потому что по осени искали и на просмотры ездили. А что толку искать, задавать залог? Потому что все зависит от органов опеки, а там потом еще масса. Это не так просто. Вот такая ситуация. Но надеемся на лучшее. Замерзает у меня телефон. Ну вот, а сейчас от школы я вас привела к детскому саду. Здесь больше освещения. Вот такой яркий детский сад. Теремок. Яркий, красочный. Года два назад ремонт здесь сделали. Я уже больше часа гуляю, сейчас вам хочу сказать. Уже подхожу к своему дому. Сейчас зайду в магазин, куплю хлеба. Вот к магазину я вас привела.